Всем привет! Врачи рассказали, как правильно выбрать шапку. Вы смотрите видео-версию сайта «Моя Москва онлайн» и подробнее прямо сейчас. Специалисты рассказали, как выбрать шапку, которая защитит от холода и не навредит здоровью. Об этом сообщает РИА Новости. Эксперты утверждают, что при температурах от минус 5 до минус 10 градусов нужно носить трикотажное изделие из шерсти, а при морозах шапку с утеплителем. Также головные уборы надо стирать, чтобы в них не скапливалось много грибков и бактерий, способных спровоцировать раздражение кожи и перхоть. Снимать шапку лучше при первой же возможности, чтобы голова не потела, а перегрев кожных покровов не вызвал мигрени. На этом пока все. Еще больше новостей из жизни столицы и не только читайте на сайте mymsk.online. До скорого!